почти освободившейся теплицы сею сидираты. Добавила компост из компостного ящика и сею белую горчицу. Я думаю, что за месяц она поднимется, так же как весной. Будет очень хорошо. К тому времени все это уберется окончательно. Полью и заделаю немножко в землю эти семена. 17 августа. Сидираты посеяны, политы, замульчированы. Ну вот. Роза компашен. Чайно-гибридная, плетистая. Плетистость у меня не наблюдается. Растет кустиком. Две волны цветения. Вот такие бутончики. Красивые. Занесла инжир в теплицу. Как-то стало холодно. Лагинария. Урожай. Одну пришлось разрезать. Бросла в сетку. Теперь хорошо видны перчики. Когда все убрано. Одни перцы остались. Белая горчица проросла, поднимается. Конец августа. Начинаем собирать малинку. Она еще не совсем поспела, но ее очень много. Пекинская капуста разрослась. А кейл исполин. Так, лагинария. Даже конца не видно. Вот еще кейл. Хочу показать, какие корни у огурчика, который был привит на лагинарию. Вот эти справа два привитые, а слева обычный огурчик. Такой хиленький. Малины много было. Собрал, ну уж тут много, и все еще. Все усыпано. Малины в этом году было очень много. Уже все почти собрано, вот только цветоносы остались, видно, как это было много. Как увеличить урожай малины? Значит, есть несколько способов. Это ремонтантная малина, она срезается под корень на зиму, и вот это все прирост этого года. Значит, первое, что ее нужно ограничить. Вот у меня тут ограничено такими отрезанными бочками. Она все равно умудряется вот прорасти вот все равно за пределы. Корни очень глубоко полегают у нее. Ограничитель в полной мере не действует. А что нужно делать? Нужно оставлять вот такие мощные побеги. Вот такие вот. И вырезать всю поросль, оставить на кусте побегов, ну, 5-7. У меня, наверное, больше получилось. Ну, вот, короче, не должно быть загущено. Посадка такая. Что нужно делать дальше? Когда эти побеги вырастут приблизительно метр, нужно прищипнуть верхушки. Вот здесь видно, что прищиплено. Вот она. Она тогда ветвится. Вот ветвится. И вот она ветвится. И тогда больше ягод. Просто грозди ягод.
Ну вот и все. Вот и все методы. Ну что еще сказать? Малина очень любит покушать. Компоста сюда. Значит, когда я делала травяной настой, то вот все, что оставалось от жидкости, уходило, все, что оставалось, я все под малину. И вот такой урожай. Это свежая малинка, а это замороженная. Вот сколько было, вот. Еще до сих пор собираем. Но собрано уже много. А вот когда побег один и не прищипнут. Ну вот он, вот он один. Вот они ягоды. И все. Так что лучше прищипывать.